С 9 по 12 июня на полигоне FAMS тебя ждет заряд адреналина. Идет прием участников на сайте FAMS14.ru. Категории соревнований: пешие, вело, эндуро, квадроциклы и УТВ, стандарт, спорт, прото. Программа чемпионата «Самурай Гидроник Трофи» в формате RFC. 9 июня. Регистрация и техническая комиссия участников. 10 июня. Торжественное открытие соревнований и начало заездов на внедорожных секциях. 11 июня. Заезд участников категории «Эндуро». Массовый старт. Соревнования автомобилей в категории «Гонки без правил». Старт GPS-ориентирования и трофи рейда. 12 июня. Заключительные заезды на внедорожных секциях формата RFC. Подведение итогов и награждение победителей. Участвуй или смотри. «Самурай Гидроник Трофи» на полигоне FAMS с 9 по 12 июня.